здесь инфраструктура вот этого нового восточного входа развивается, и маршрут становится все более и более популярным. 18 апреля на сессии в части расходов, связанных с корректировкой бюджета, предусмотрено выделение 21 миллиона рублей на оборудование здесь спасательного пункта. Собрались здесь со специалистами службы, с представителями заповедника, чтобы посмотреть, как оперативно это развернуть, потому что стоит задача к началу летнего сезона, к летнему пику, чтобы здесь заработал уже постоянный спасательный пост. В случае какого-то происшествия помощь станет более доступной. Размещение здесь профессионального спасательного поста – это очень полезное, нужное дело для безопасности красноярцев и гостей нашего региона. Отсюда практически до любой скалы максимум 30 минут с грузом человек поднимается.